Девчонки, всем большой привет! Сегодняшнее видео я хочу сделать о моем заказе с сайта summitdress.com. Они тоже мне прислали предложение, что я могу на $15 заказать какую-то продукцию у них. И вообще я редко очень соглашаюсь, поэтому вы особо и не видите никогда рекламы никакой на моем... Не то что рекламы, никаких обзоров на моем канале. И я сама не против этого, с удовольствием смотрю у девочек. Но сама как-то не беру, потому что предлагают обычно такие вещи, которые мне особо не интересны. И платья, например, которые я не ношу. Но сейчас мне уже третий раз предлагает фирма, сами знаете какая, с которой здесь был такой небольшой скандал. Это украшение, я все время не соглашалась, но сейчас они мне опять прислали, и так как надвигаются праздники, поэтому я хотела у вас спросить, возможно ли так, что я закажу это украшение и подарю его своей маме, потому что, как вы видите, сама я равнодушна к украшениям, у меня никогда ничего нет, и бижутерии у меня практически нет, поэтому мне это украшение не нужно, но у меня мама носит. Как бы, и поэтому я хотела у вас спросить, не будете ли вы против для того, чтобы я сделала маме подарок. И я спрашиваю, потому что мне, конечно же, придется сделать на него обзор, потому что так прописано в условиях. Но я не призываю вас покупать это украшение, потому что вы уже кучу обзоров посмотрели и негативных. Поэтому это будет просто такой обзор, что я показала, вот мне пришла посылка, вот там лежало вот это, вот это, вот это. Ничего там детально я особо рассказывать не буду и просто сделаю маме подарок. Поэтому я знаю, что вообще вас такие видео раздражают, и я всегда выжимаю аудиторию, поэтому я всегда с вами советуюсь для того, чтобы, ну, как бы услышать от вас, что вы об этом думаете. Поэтому обязательно отпишитесь в комментариях, не будете ли вы против того, чтобы я маме сделала подарок на праздники. Ну и, собственно, о самом заказе SummitDress. Первое, что я заказала и вообще ради чего я решила согласиться, я там как-то лазила после того, как я у девчонок обзоры смотрела, и мне вот понравились вот такие вот уги, хотя я вообще... не особо люблю их, потому что я очень часто наблюдаю, как молоденькие девочки, ну это именно молоденькие, подростки 14-15 лет, они носят уги, и у этих уг, у них подошва, я не знаю, как объяснить, она похожа на поролоновую или на какую-то такую, я точно не знаю, с чего она сделана, но в итоге она стаптывается и смотрится, это просто ужасно, особенно когда девчушка идет в слякоть, то это очень отвратительно смотрится, поэтому я не знала, какая у них будет подошва, но на свой страх и риск я их заказала. В общем-то, они мне понравились, я хожу гулять с собакой, но больше их никуда не наденешь, потому что... изначально мне пришла уже с таким браком, тут вот такие вот, не знаю, как будто резанули чем-то или где-то оно оторвалось, поэтому их в принципе никуда больше не наденешь, на самом видном месте уже брак есть, и я хожу гулять с собакой, в общем, у них. И что мне понравилось, это то, что у них есть вот такие бантики, они съемные, вы можете их снимать, если вы закажете себе такую обувь, вы любите такую обувь, то вы можете носить как с бантиками, так и если одеваете что-то такое, не совсем, как это сказать, такую вещь, ну, куда бы подошел бантик, этот бантик можно отсюда убрать. Вот на втором у меня убран, потому что я вот снимала, чтобы показать. Он съемный, он здесь затягивается. Что мне у них понравилось, это то, что они были прошиты, они приклеены, что это быстро, наверное, не порвется, не расклеится. Хотя Китай такой Китай, я не знаю, что будет. Но самое интересное, это просто казус, наверное, это то, что внутренности у них абсолютно разные. Как вы видите, у одного это белое, у второго коричневого цвета. И, честно говоря, когда я их первый раз надела для того, чтобы пойти погулять с собакой, я даже не обратила на это внимания, пока я не пришла, их не поставила в коридор. И пока я там наклонилась одевать тапки, я увидела, что абсолютно разные внутренности у них. Но, в принципе, я говорю, если вы, конечно, заказываете для того, чтобы ходить в повседневной жизни, если вы придете куда-нибудь в гости и снимете, наверное, будет кому-то смешно. Но для того, чтобы гулять там с собакой, и не для повседневной носки куда-то, то, я думаю, вполне себе нормальный вариант. По-моему, они около $11 стоят. Так что, так как мне это бесплатно досталось, я не сильно-то и переживаю. Следующее, что я заказала, это была вот такая штучка. Это такой органайзер под всякие кисточки, заколочки. Вот я, в принципе, здесь это и держу. Он пришел весь в разобранном виде. Эти картоночки нужно складывать и запихивать сюда. Несколько отделений здесь. В принципе, мне он... это обычная картонка, но мне понравилось для того, чтобы какие-то вещи здесь держать, что-то мелкое туда кидать, и всегда оно здесь было, я об этом знала. И последнее, что я заказала, я хотела наклеечку на обои какую-то, и ну, там было написано вроде, что оно состоит из 5 наклеек, а это оказалось 5 частей, и даже не знаю, как вам ее показать, она вот так в разобранном виде выглядит, это такой цветочек, и на самом деле цвет меня его убил, конечно, потому что он...
ну, я не знаю, какой-то коричневый. Ну, вот так это выглядит, если это собрать все, это будет такой цветочек, и вот это вот у него серединка. В общем, никакого рисунка у него нет, и это туфта просто полная, поэтому, конечно, никогда бы в жизни я такое не заказала, если бы вот знала, что такое мне придет. Так что, девчонки, это были все мои вещи, которые я заказала с этого сайта SummyDress. Что я могу сказать? В принципе, если вы хотите, можно сделать один заказ. Я не заказывала одежду оттуда, потому что я знаю, что она точно не подойдет мне по размеру. А тут у меня, ну, как бы ботинки, не знаю, у меня 36 размер, я заказала 37 на всякий случай, и он мне подошел. Но тютелька в тютельку просто, поэтому тоже была бы опасность, что я просто не могла бы их на себя натянуть. В общем, кстати, этот вариант можно еще, если у вас дома очень холодно, как бывает у меня, потому что печное отопление, да, то их можно просто дома как тапки носить. Они, в принципе, в этом плане очень уютные. Если вы заказываете за свои деньги, то вы еще платите за доставку. Это все вместе обошлось бы мне в $40. Но так как я, ну, бесплатно получила эти вещи, то мне этот заказ обошелся в $15. Точнее, он мне ни во что не обошелся, а, то есть, как бы, как это сказать? В общем, доставка получается не прям так, я скажу, что дешево, не очень бюджетно, хотя $40 это, конечно, дешево, но если приходят вот такие вещи с такими дефектами, то это, конечно, дорого и остается не очень приятное впечатление. Так что, девчонки, я надеюсь, вам было интересно и полезно, и увидимся в следующем видео. Пока!